свыше 1 000 000 рублей на уборку города. Такую сумму выделил новотрубный завод, чтобы навести порядок в Первоуральске. При этом чистили улицы сами. На субботники вышли 2000 новотрубников и будущих белых металлургов. На центральных улицах города и во дворах новотрубники работали всю неделю. Подметали мусор и старую листву, белили деревья и бордюры, красили ограждения и скамейки. Кроме того, сотрудники ПНТЗ обновили несколько первоуральских памятников. Трудились массово, целыми подразделениями в рабочее время. Такую значимость общегородской уборки придает руководство предприятия. Для субботников был выделен весь необходимый инвентарь. Мешки с мусором вывозила заводская техника. Последним этапом уборки по традиции стала Корабельная роща. Каждый год ее очищают от мусора сотрудники завода управления ПНТЗ. На этот раз здесь работали более 700 человек. Убирали эту прекрасную Корабельную рощу, чтобы город дышал чистым воздухом. Субботник – это мероприятие, которое сплочает людей. Вот. Потом оно полезно с точки зрения экологии, позволяет очистить определенную местность.